Эй, всем привет, всем привет, с вами Шмыгов, на канале Ушмыги, и сегодня мы играем в Hitman 2 2018 года, четвертая миссия, Мумбаи, Индия, охота за призраком, она называется, у нас три цели, и играем на максимальном уровне сложности, только в костюме, и в этом видео покажу два способа, интересно, как пройти этот уровень. Вообще у нас три цели, но вот Вихрь, он такой специфичный персонаж. Объясню попозже. Итак, что же за особенности с Вихрем? Эта особенность заключается в том, что в задании сказано, что его нужно вначале опознать, то есть, ну, найти, да, а потом его устранить. На самом деле не так. Его можно просто устранить, зная, где он, как бы, зная, кто он, грубо говоря. Потому что раз 300, когда ты проходишь игру, ты знаешь уже, где он уходит, и в определенных местах, ты, если его просто убить, как обычного прохожего, то засчтется, как и незамеченное убийство, и все будет тоже нормально. Но это очень долго нужно ждать, и не буду показывать в этом видео, как это сделать. Если хотите, то в следующем видео могу, в принципе, показать. Здесь девушка, вот, если не быстро проходить это, да, как я, слушать, о чем они разговаривают, и читать субтитры, да, то можно узнать, что девушка ждет этого вихря, она его называет Вазир, по-моему, и он придет, когда поднимется флаг. Собственно говоря, долго искал, ну, как бы, вариант, как их отвлечь, двоих этих охранников. 47. Someone's coming up the stairs leading to the secured area. It looks like a man. See if you can get close to him. Вот там сказали, что какой-то человек, это и есть этот вихрь. Долго искал вариант, как поднять этот фланг, ой, фланг, как этот флаг, господи, флаг, сложное слово оказалось, как этот флаг поднять, просто выстреливаем и убегаем. Это нам еще плюсом дает, что мы можем взять рвотный крысиный яд. И, собственно говоря, второй момент, это мы должны были с крыши взять кирпич и кинуть его в чан. Собственно говоря... Let's see what happens next, 47. Поднялся фиолетовый дым из трубы. Про фиолетовый дым из трубы можно, если вы проходили в убежище в укрытие воронов, там охранники об этом говорят, что если будет фиолетовый дым, то, соответственно, Ваня наш и Ранджан, они встретятся. Дальше прибираемся сюда. Можно, в принципе, не здесь это делать. Можно было спрятаться в шкафу у дамочки. И там послушать разговор и посмотреть, как он пьет вино. И, собственно говоря, тем самым он сейчас быстро выбежит и прибежит сюда. Get it out of your system, you'll feel much better.
Serves you right for overeating. Seven. That man you just eliminated, that was the Maelstrom. Well done. No rest for the wicked, however. On to the next one. Собственно, так и выходим с локации, где мы можем спокойно бегать. Дальше бежим к встрече Вани и Ранжана, но, к сожалению, по таймингу не получается совместить две миссии одновременно. И поэтому сейчас Ваня уходит. Но вообще это она. Но ничего страшного, мы убиваем сейчас Ранжана, потому что он стоит под лодкой. Кто хочет, может сделать это не одновременно, запустить две вот эти как бы сценарные штуки, да? Можно по очереди убить вначале Вихря, потом Ранжана с Ваней одновременно. Ну, они одинаково будут стоять под лодкой, можно одним выстрелом в правую ногу стреляем у лодки, и она падает, и там будут два трупа. Если кто хочет, может пройти так. Просто здесь хочу показать, как можно проникнуть на, так сказать, базу этой Вани. Вот. Но нам потребуется ломик. Much appreciated.
is it that you've had yet another child? I feel perhaps that is not the wisest decision to make in a financial situation such as yours. Of course, eventually you'll have extra hands to assist you with your income, provided the child lives. На самом деле тут есть другой не Хусейн, когда приходит на королеве, да, а девушка приходит с проблемой. Она говорит, что про воду. Это очень смешно, потому что она говорит, что воды, у всех проблема с водой, и в итоге мы ее как бы символично убиваем в воде. Ну, это так, мне кажется. Ну, юмор такой небольшой в игре присутствует. Он в принципе. Ну, мне нравится такой юмор. Ну, черный. То есть она говорит, что воды очень много. Ой, точнее, воды наоборот очень мало, потом идет умываться и умирает от того, что мы ее топим. Ну, кстати, здесь опять сценарная штука про то, что она ждет портного. То есть, кто хочет с переодеваниями поиграть, то можно переодеться в портного и также сюда к ней прийти и ее здесь убить. Только не здесь, она будет в депо, ее можно будет задушить сантиметровый. Ну. Confirmed kill on Vanya Shaw. Excellent work, 47. Mission completed. Time to find an exit. В принципе, и все. Нужно просто уйти сейчас с уровня будет. Можно. Ближайшее будет такси. Но на такси нужно будет 2 монетки заплатить за то, чтобы уехать. Вот. Но и сейчас же следом второй вариант прохождения этого уровня. Он немного поинтереснее, потому что там такой прям киношный боевик, что ли, можно так сказать. Напиши, как, кстати, как ты проходил миссию эту и проходил ли ее так. Или можно еще как-то по-другому и быстрее пройти эту миссию. Напиши, очень интересно. Собственно говоря, второй вариант, он более киношный, более такой боевичок. Вначале нам нужно убить Ранджана. Для этого мы проникаем к нему на это. Он же там снимает фильм. Поэтому нас не на съемочную площадку, наверное, да? Так правильнее будет сказать. Строящийся дом. Для этого нам нужно уничтожить 2 камеры. Вот одну мы уже уничтожили, сейчас будет вторую. Но вот, кстати, здесь вот дамочки, они себя ведут так подозрительно очень. Очень подозрительно. Вот эти вот, именно вот эти вот дамочки, да. И будет еще на втором этаже, ой, на третьем этаже тоже одна. Дальше мы проходим в... Я не знаю, что это за помещение, но там лежит краска. Тюбик с краской, вот мы его только что взяли. Чтобы подмешать художнику. Но чтобы попасть в комнату к художнику, нам нужна ключ-карта. Ключ-карта лежит вот здесь у security. И, кстати, нужно подобрать будет у security. Здесь лежит 2 монетки, которые потом нам пригодятся. Или, может быть, не пригодятся. Смотря как пойдет, как пойдет.
here and try not to get in my way, all right? Go get out! Awesome. Собственно говоря, уходим уже с локации. Вот эта справа дамочка, тоже нужно внимательно быть. Она иногда бывает смотрит сюда в пролет. Уходим со стройки и бежим к нашему снайперу, который, кстати, здесь я сохранился, да? Ну, игрой позволительно один раз сохраниться, поэтому я это и сделал. Про снайпера смешно. И сейчас расскажу, почему. 47. This is one of the Mumbai Chawls. My records show a few residential complaints about a new tenant in the building. Something related to strange behavior. Might be worth looking into. What a viewfinder. What I wouldn't give for a world-class sniper rifle right now. It appears we have a rival assassin in Mumbai, and he's training his sights on Dawood Rangan. By the looks of it, I'd say we're dealing with a local operator, known as the Kashmirian. Don't understand. You always said that you love to hear me sing. Так вот, смешно это, потому что он киллер, наемный убийца, но он не может настроить прицел на снайперской винтовке. Это очень смешно. Не знаю, ну, я повеселился. Мы заходим к нему, настраиваем прицел и уходим. Если бы мы там остались, мы бы услышали разговор о том, что он устал, он очень сильно устал, и что ему нужны таблетки. Но потом он говорит, что зря мы убили аптекаря еще одного и еще одного. Ну, забавно так. Собственно говоря, здесь слева тоже парочка такая про голосок мужа. Они тоже так забавные, забавные диалоги. That shot came from the Chawls. It looks like the Kashmirian finally got a clear line of fire. Dawood Rangan is dead, and not even by your hand, 47. What will you think of next? 47? It appears the Kashmirian is using this room as a base of operations. Let's see what he's up to in here.
Hold up, 47. The Kashmirian is on the move. He's heading for another flat inside the Chawls. This might be worth investigating. If nothing else, we may get a lead on who his client is. This is interesting. It looks like Vanya Shah hired the Kashmirian to kill Dawood Rangan. Well, since he's already eliminated, perhaps you should call Shah and let her know the contract is fulfilled. How did you get this number? The contract on Rangan has been fulfilled. Very good. I will make sure you are widely agreed upon some. I'd prefer cash. Maybe we should meet. No. I have more important things to do. There is now a large power gap in Mumbai, and I need to make arrangements to fill it as soon as possible. The money will be transferred to your Bitcoin account as agreed upon. Thank you for your work. Well, it looks like your call triggered something inside the Shah compound. She's making another call. One moment, I'll try to patch in. 47, she's talking to the Maelstrom. I'd recognize that voice anywhere. They're meeting up at the small bridge in front of the train yard. Now's your chance. Ну вот, собственно говоря, кашемирца, убив кашемирца, мы позвонили Ване. Да, Ванёк. И она хочет встретиться с Вихрем. И для этого мы бежим сюда, забираем рычаг, чтобы повернуть стрелки. 47. Vanya Shah's meeting with someone. It's the Maelstrom. Now's your chance. Но, смотрите, здесь такой прикол, что вы прибегаете сюда, и поезд уже как бы идет. И как бы большое желание повернуть стрелки в данный момент. Но не стоит этого делать, потому что они не успеют дойти. Нужно подождать еще один следующий поезд, когда они уже будут вот у этих ворот. Тогда можно будет смело менять стрелки и на этом же поезде укатываться в закат.
Tanya Shah and Wazir Kale, aka the Maelstrom, confirmed killed. Mission completed. Time to find an exit. Всем большое спасибо за просмотр, за лайкосы и за подписки. Всем счастливо, всем пока.